Итак, друзья, в этом видео я расскажу вам про платформу для макивары МБШ. Для портативной макивары, которая представляет собой мини-макивару Камертон Шилова от компании Будушин. Значит, когда вы получаете платформу, вне зависимости от того, заказываете ли вы ее отдельно или вместе с макиварой, вы ее получаете вот в таком вот виде. То есть она запакована в пленку. Ну и, скорее всего, конечно, вы ее получаете что по почте, что через транспортную компанию в коробке. В коробке из гофрокартона. Когда вы раскрываете коробку, вы видите там вот такую вот упаковочку. Что она из себя представляет? Значит, это трехсекционная вещь. То есть здесь есть три детали, которые должны быть соединены между собой. Когда вы их между собой соединяете, значит, получается цельная платформа, и вы уже потом ее закрепляете на стену. Вот. Значит, что из себя представляет эти три детали? Три детали представляют из себя три дощечки, по передней поверхности которых значит, проделаны специальные салазки, а по задней поверхности сделаны поперечины, такие как бы ребра, между которыми, когда платформа будет закреплена на стену, можно будет пропускать либо ремень для крепления макивары, либо специальные крепления. В этой вот упаковке, когда она еще вот такая запакованная, также находятся вот такие вот вещи. Это специальные крепления для того, чтобы можно было крепить макивару на платформу очень быстро, без ремней. Раньше на платформу макивара крепилась такими же ремнями, с помощью которых она крепится на деревья или на столбы. Вот такие вот ремни с самозатягивающимся механизмом. Это рэтчеты. А теперь же на платформу она крепится специальными вот такими креплениями. То есть это четыре такие дощечки специальные с прорезями. И вот еще вот такой пакетик. Он здесь обязательно подмотан сразу в этой вот упаковке. В нем находится вся фурнитура для креплений. Я покажу чуть позже, как она работает. А также находятся шканты и саморезы. Шканты нужны для того, чтобы соединить между собой три детали платформы. Они соединяются в единый монолит, и она получается цельная. Цельная, длинная. И вот ее уже потом вы закрепляете на стену. Специальными саморезами, которые тоже входят в этот комплект. Ну, саморезы, если вам надо подлиннее, то вы можете купить в любом хозяйственном, соответственно, каком-то магазине. Вот. Дальше. Что еще здесь, да, находится? Здесь еще находится также фурнитура для креплений. Фурнитура для креплений, как она работает, я покажу немножко позже. Ну, конечно, если вы изберете какой-то вариант крепления платформы, когда вам потребуется большее количество саморезов, или какая-нибудь особенность будет, да, на стене, то вы сможете докупить всегда саморезы в любом количестве, в любом каком-то магазине хозяйственном. Но о том, как крепится платформа на стену, я покажу немножко позже. А теперь посмотрим, что же представляет из себя непосредственно сама платформа. Я распаковывать данную запакованную платформу не буду. Я покажу вам уже, как она выглядит в собранном виде. Значит, вы распаковали пакет, достали из него три дощечки. Вот их, раз, два, три. Три штуки. И раскладываете их на какую-то ровную поверхность. Вот как здесь на полу. Значит, вот их три части. В торце средней части, и, то есть в обоих торцах средней части, вот здесь находятся отверстия, они уже подготовлены, просверлены. И в боковых частях, то есть в верхней и нижней части, тоже в одном из торцов есть отверстия точно такие же. Туда вы вставляете вот такой шкант, вот так он выглядит, этот шкант. Это мебельный шкант, если вы собирали когда-то мебель, то вы прекрасно поймете, как это все работает. Два шканта и соединяете между собой эти две детали. Все, не нужен ни клей, не надо ни каких-то дополнительных элементов, ни каких-то шурупов, ничего не надо.
худшем случае вам понадобится кияночка либо молоточек, чтобы тихонечко подстучать, если шкан будет заходить очень туго. Вот. И, соответственно, с другой стороны вы точно так же закрепляете другую часть платформы. И у вас получается цельный монолит. Цельный монолит. Всего шканта 4. Это стандартный мебельный шкант стандартного размера. То есть это не дефицитная вещь, соответственно. Его всегда можно найти в магазине мебельном, если вдруг вы как-то случайно поломаете его. Хотя это, в принципе, очень маловероятно. Даже я сказал бы, что это невозможно. Вот. И когда вы собираете платформу, она приобретает вот такой вот цельно-монолитный вид. Вот, вот ее передняя часть. Значит, соответственно, к этой части будет закрепляться макевара. То есть она будет находиться на этой поверхности. И я сейчас объясню, зачем вот эти рельсики. Вот эта выборка, да? Зачем вот эти рельсы нужны. Вот. А задняя поверхность, она, видите, состоит из ребристой такой части. То есть как будто лестница. Вот. Сделано это для того, чтобы когда вот здесь будет стена находиться, вот тут вот, чтобы сюда можно было пропустить непосредственно саму вот эту деталь. Она зайдет туда, и я уже покажу дальше, как, соответственно, с помощью другой такой же детали закрепляется макевара непосредственно на поверхность. И как потом эту макевару можно перемещать. Она по салазкам по этим ездит. И, соответственно, когда платформа находится в вертикальном положении, то макевару можно перемещать по вертикали выше, ниже, для того, чтобы отрабатывать удары в разные уровни. Верхний, средний, нижний, так, чтобы можно было работать лоу-кик голенью и так далее. Вот, смотрите, когда платформа находится в собранном виде, если мы возьмем, значит, макевару, вот МБШ макевара новой конструкции, также выглядят макевары старой конструкции, есть какие-то элементы, незначительно меняющие вид, но это сути дела не меняет, то вы вот эти рельсы, вернее, вот эти салазки, эти рельсы совмещаете с пазами на платформе. Вот, совместили. И по этим с рельсом она спокойно перемещается. То есть вытолкнуть ее невозможно отсюда, да? Да она еще прижата будет. И вы спокойно ее перемещаете по салазкам, когда она будет закреплена. Конечно, вы ее перемещаете так не вместе с креплением, потому что когда вы крепление зафиксируете, вы не сможете передвинуть, не вынимая заднюю часть своего крепления, оно зацепится за поперечины. Но суть именно та, что вот эти салазки дают дополнительную фиксацию, дополнительное крепление. То есть становится жестче. Она никуда не скользит при боковых ударах, при каких-то касательных ударах она не будет ерзать по платформе. Да она в принципе и так, когда хорошо закреплена, вот как на столбе или на дереве, где этих салазок нет, она тоже не ерзает. Поэтому макевары старой конструкции, на которых вот этих салазок нет, то есть те макевары, которые были самые первые, точно так же крепятся спокойно на эту платформу. Просто рельсы в пазы не заходят. Вот и все. А макевара просто лежит на поверхности. Вы ее притягиваете туго, либо ремнями, либо креплениями, и все. И она никуда не денется. Салазки — это просто дополнительная система жесткости и фиксации самой макевары на платформе. Все. Вот таким вот образом все это дело производится. Теперь посмотрите, как, собственно говоря, соединяется макевара и платформа между собой с помощью крепления. Я на самом деле покажу это потом на стене уже, когда мы будем все по-настоящему закреплять. Сейчас я покажу просто суть, саму непосредственно. Вот смотрите. Значит, вы берете специальную дощечку, они в принципе разные, на некоторых, то есть некоторые дощечки, они с обеих сторон вот одинаковые совершенно, то есть у них нету никаких выборок, вот кроме пропилов. Другие две, у них есть вот такие специальные пропилы, вот такие пропилы, вот пропилы, специально выфрезерованные. Что это такое? Вот уже есть крепления разобранные. Смотрите.
Это нужно для того, чтобы когда вы будете просовывать болт, то болт стал заподлицо задней частью крепления. Если бы этого пропила не было, болт бы торчал, и его невозможно было бы подсунуть. То есть, вы смотрите, вы засовываете эту дощечку, когда крепите платформу. Вот. Пол в данной ситуации представляет собой стену. И теперь вам нужно закрепить, да, макевару. Вы берете, соответственно, болт и вот таким образом его просовываете. И он очень легко заходит, видите? Потому что там есть снизу пропил. Теперь дальше что вы делаете? Откручиваете барашек. Ну или барашек можно на самом деле открутить в самом начале. Откручиваете барашек. Вставляете болт. Шайба нужна вместе со стороны барашка крепиться она будет, а не со стороны шляпки болта. Ставите другую дощечку. Так, чтобы она заходила в этот пропил. Ставите шайбу. И сверху закручиваете барашек. На стене это все делать удобнее, на самом деле, гораздо. Чем вот я сейчас это делаю. Вот. И то же самое совершенно производится... С другой стороны. Берете, просовываете болт. Он снизу легко заходит. Шайба с этой стороны. Это пропил. Ставите шайбу. Закручиваете барашек. Я закрепил сейчас в совершенно произвольном месте, просто для демонстрации. На самом деле, когда вы на стену крепить будете, то между двумя креплениями лучше разнести расстояние как можно дальше. То есть, над одну закрепить крепление как можно выше, а другое крепление как можно ниже. И все. И тогда у вас получится идеальный разнос. Чем, соответственно, больше по расстоянию разнесены они, тем, соответственно, жестче и устойчивее получается крепление. По сути, вот... Что получилось у вас? Даже на одном креплении сейчас она уже сидит на платформе очень прочно. Все. Вот она уже на платформе сидит очень прочно закреплена. А таких креплений будет два. То есть одно, вот как я закрепил, оно будет вот здесь, другое повыше. Либо по самой верхней части макевары, либо сразу под ползуном, с помощью которого регулируется упругость макевары. Все, вот таким вот образом я показал вам, как собирается все вот это дело. Ну а теперь что? Теперь я покажу, как непосредственно сама платформа закрепляется на стену. Ну и прежде чем начать закреплять платформу на стену, я скажу вам, что все детали и все изделия, произведенные компанией Будошин, это моя компания, компания Михаила Шилова, моя, значит, всегда несут на себе элементы защиты от пиратства, потому что макевара и платформа, эти вот изделия настолько популярны, что их уже не подделывает только ленивый. И чтобы не было дискредитации, чтобы люди не выдавали чужие изделия за оригинальную конструкцию, чтобы люди не считали, что они купили макевару Шилова, а в самом деле купили какую-то лажу, и не считали потом, что макевара Шилова, это вот у них и была, и оказалась какая-то плохая, мои макевары защищены, мы даем гарантию, и мы за свои макевары, и за платформы, и за все изделия несем ответственность. Как это проверить? Ну, все макевары, во-первых, имеют серийный номер, а все платформы, байки, изделия, вплоть до ремней, имеют специальную голографическую наклейку. Есть голограмма. Вот такая вот. Вот. И на платформе такая голограмма тоже присутствует. То есть на всех изделиях ищите эту голограмму. Ну и разумеется, конечно, если вы приобрели в одной упаковке макевару со всеми степенями защиты, то есть на ней есть и голограмма, и серийный номер, и изображение товарного знака, а товарный знак наш
Он запатентован. Кстати, на голограмме вы тоже видите товарный знак. Это молот, который состоит из двух кулаков. Вот. То есть вот так это выглядит. Вот. Вот так это выглядит. То это наша продукция. И, соответственно, если вы приобрели макевар, вы всегда можете позвонить просто в нашу компанию или написать нам, чтобы по серийному номеру убедиться, выпускали ли мы такую макевар в нашей компании или нет. Ну что ж, а теперь закрепим эту платформу на стену, а потом, соответственно, на платформу закрепим макевару.